Всем салют, всем добрым людям двойное доброе добро. У нас сегодня вечернее приветствие на фоне шикарнейшего заката. Сегодня погода плюс 28-30, завтра очень резко портится, температура обещают 20 градусов, обильные дожди. Мы на основании этого решили все это убрать. Часть травы занесем Нюши, часть занесем на компостную яму. У нас на хуторе непредвиденная ситуация. Анфиса пришла в охоту, но кабана мы привезем только через 2 дня. Поэтому я боюсь, чтобы вот за этот вот промежуток времени охота у нее не прошла. И по приезду, пока там освоится кабан, все у них получилось. Ну, будем надеяться. Вам спасибо за то, что подписываетесь на канал. Спасибо за то, что комментируете, за то, что ставите лайки. Всех вам благ. А мы идем трудиться. Нюш, иди сюда. Давай, уже калитку открывать не буду. Так, лезу. Нюшенька. Нюшка. Иди сюда. Иди ко мне. Пойдешь ко мне? Иди ко мне. Иди сюда. Нюшка. Хорош. Интересно, она завалится, что ты ее погладишь за пузико? Не знаю, сейчас проверим. Нюшка. Пузяк ты мой. Ты мой пузяк. Нюш. Не, она просто, наверное, сегодня не хочет падать. Давай я тебя. Ну, иди сюда. Давай я тебе пузяк почешу. Давай. Уже соски начинают опускаться. А это первый признак того, что она... Что ей скоро проситься. Не будем мешать. Если сравнивать погоду, которая была вчера, с той, которая есть сейчас, то становится четко понятно, что с природой лучше не шутить. Разница сумасшедшая. Сейчас идет проливной дождь, сильный ветер, дождь идет практически весь день, стоят огромные лужи, и однозначно после такого дождя нужно идти в лес собирать грибы. Дождь очень теплый. У нас закончился дождик, но начался такой сильный ветер. Никита решил времени зря не терять. Пошел скашивать лук. К нам на хутор прилетел белый голубь. Никогда их не было. Вот интересно, к чему это? Напишите в комментариях.
Олег, а чем ты брызгаешь? Какой-то непонятной жижей. А на самом деле? Йод. Борная кислота, да? И сыворотка. Понятно. Уже в любом случае осталось. Окропить чем? Ну, веником этим. А ты имеешь в виду просто еще ну, сверху, сверху, да, пройти, типа ношу. Мы тут литр расходовали на все, это ж мало. Ну что, первое знакомство с дамой? Скорее дама с ним. Слушай, ну они по габаритам подходят друг другу. Да, вообще. Ну. Что-то у меня не реагирует. Сейчас освоится. Ну, а видишь, она стоит, да, она в охоте, все, ей. Не отходя от кассы, да, как говорится? Кого, кабана? Да. Да, без проблем ее выдержать, они же по габаритам подходят. Он тебя услышал, Владимирович. Вчера привезли вот такого красавца. 300 килограмм, где-то там 320. А сразу как привезли, сделал свое дело, привезли уже в ночь, так как везли издалека, не распланировали по времени. У Анфисы сразу была, то есть у нее в принципе была охота, все получилось, как бы он ее покрыл. Сейчас вторая свинка поднялась и стоит задача каким-то образом сейчас перегнать кабана в загон к другой свиньке. Уже даже эта свинья устала за этим наблюдать, прибегла. Вот. Вот тебя. Открывай, Алина. Бинго. Ловкий шрук или такого нахенства? Thank you.
нашел вот такую великолепную поляночку недалеко от дома с щебрецом. Сейчас 6:20 утра, решил выйти, насладиться ароматом этой прекрасной травы. Очень хорошая приправа для мяса. И также решил с вами поделиться очень интересной новостью. Нам написала подписчица, цитирую: «Здравствуйте, ребята, вы мои дети по возрасту, у меня дочь вашего поколения. Я была в Беларуси у бабушки где-то в 65-м году, потом она переехала к нам в Днепропетровск. Осталась одна, дедушка пропал без вести во время войны, а жила она в Могилевской области, Чаловский район, Осиновский сельский совет, деревня, интересное название деревни, деревня Ребятки. Запомнила адрес, услышала. Услышала, что вы живете в Могилевской области. Хотела спросить, знаете ли вы что-нибудь об этой местности? Ностальгия. С уважением к вам, Светлана». Значит, я потом подкреплю переписку. Все переписывать, читать не буду, потом почитаете. Я ей пишу: напишите Фио дедушке, если есть информация, в каких войсках служил, звания, письма, может, остались. Любая информация, хоть какая о нем, все пишите. Сделаем все, что возможно. Я в школе был командиром юных историков. Действительно, я когда учился в школе, я был командиром юных историков. С помощью меня, скажем так, я был одним из инициаторов, наверное, даже основным. С помощью меня заново воссоздали краеведческий музей в школе. Теперь он один из самых таких по количеству артефактов, музейных экспонатов, самый такой крупный в том районе, где я учился. Так, я ей пишу: я был в школе командиром юных историков, мне это по душе, будем искать, здоровьем на 200 лет. Обратились с этой информацией, она нам дала информацию, обратились с этой информацией к компетентным людям, которые занимаются поиском бойцов Великой Отечественной войны, воссозданием всей истории. В общем, дали им эту информацию. Я сегодня до зари встану, по широкому пройду полю. Что-то с памятью моей стало, все, что было не со мной, помню. Бьют дождинки по щекам впалым. Я ей пишу: нашли вашего дедушку, он не без вести пропавший, вот информация по нему. Колпаков Алексей Денисович, год рождения 1903, дата призыва 1941, воинское звание красноармеец, воинская часть 1108, стрелковый полк 331 стрелковой дивизии. Место захоронения — Московская область, Волоколамский район, деревня Хворостинина, братская могила номер 8. Ответ: мои родные, так быстро. Об извещении, которое получила моя бабушка, не знаю в каком году, было указано, что он пропал без вести в 44-м году. В 66-м году бабушку забрали дочери в Днепропетровск, здесь она и похоронена. Ребята, родные, я вам так благодарна, не передать словами, но не знаю, как быть. Вы знаете, что сейчас у нас происходит. Будем надеяться, что все это закончится. Не могу все сказать. И дай бог, получится как-то связаться там с компетентными в этом вопросе людьми и поклониться на могиле дедушки. Меня в тот момент аж прослезило. Поэтому, ну вот такое дело мы сделали. Спасибо тем людям, которые нам помогли. Так получилось. Хочется обратиться к вам, к зрителям, к подписчикам. Если кто-то есть из Волоколамского района, живет там, может быть, в районе деревни Хворостинина, если есть возможность сходить на эту братскую могилу и проверить эту информацию, я вам лично буду очень признателен. И мы таким образом поможем человеку
в данном вопросе. Ну вот, если есть возможность, давайте вместе это сделаем. Всю информацию по переписке, всю информацию по переписке с человеком, который мне помогал в решении этого вопроса, я ее подкреплю в видео, вы ее почитаете, чтобы была понятна хронология событий. Для Вселенной 20 лет мало. Даже не был я знаком с парнем, обещавшим я вернусь, мама. А степная трава пахнет горечью, молодые ветра зелены. Просыпаемся мы, и грохочет над полночью то ли гроза, то ли эхо прошедшей войны. Обещает быть весна долгой, ждет отборного зерна пашня. И живу я на земле доброй за себя и за того парня. Я от тяжести такой горблюсь, но иначе жить нельзя, если все зовет меня его голос, все звучит во мне его песня. А степная трава пахнет горечью, молодые ветра зелены. Просыпаемся мы, и грохочет над полночью то ли гроза, то ли эхо прошедшей войны. Просыпаемся мы, и грохочет над полночью то ли гроза, то ли эхо прошедшей войны. Вот такая вот информация. Сегодня нам позвонил Антон. Антоха. Попросил, мы как-то с ним разговаривали, попросил приобрести поросеночка маленького, свинку. Я вот ездил к человеку, которого покупали Нюшу. У него поросились свиноматки, это родители Нюши. Сегодня мы к нему поедем, я хочу прикупить пару свинок себе и будем выбирать одну для Антохи. Побудет она у нас неделю, через неделю поедем за Рафом, привезем Антохе эту свинку. Так что поехали выбирать все вместе. Блин, какой же аромат от чабреца. Родители Нюши. Поросята их высосали, они такие худые сейчас. Свиньи содержатся вот в таких вот условиях. В естественной среде. Слушайте, это вот этот, который на зверка похож, это мальчик или... Мальчик, да. Не вижу, пока стоит. Вот, мальчик, разумал. Мальчик.
ставить. Вот которая, да? Большая, темная. Вон она, первая сейчас залезла в угол. Видишь, вот, жопу подняли. Вот. Первая от забора. Я понял, понял. Ну, хватай. Мне кажется, ты их сейчас разозлишь, и они нас покусают. Ого! Два сразу. МЧС вызывать не надо. Так, я тучка. Три. Ой, это уже четвертый. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. Семь повылазило, смотрит. Я бы на твоем месте убежала бы оттуда. Ты же не гнуешь вести, правильно? Ну, я рядом, поэтому... Ух ты, ух ты, какой, зараза какая. Это называется слабоумие и отвага, или как? Ну, похоже на то. Раз, два, три, четыре. Ну, это, наверное, шестой. Сзади. Ой. Так, там их сидит. Ах ты. Ах, а ты гнездо видел? Оно там дырочка такая маленькая. Ой, не, Никита, беги. Беги, Лола, беги. Подожди. Я не хочу попасть под раздачу. И тебе не советую. Ты думаешь? Да. Давай лучше МЧС. Ты их раздраконил уже. Ну, что делать, Алина? Я вот в настольный теннис вообще играть не люблю. Даже не умею. Завели шершни прямо в углу дома. Вот. Молодые еще, неопытные. В крыше завелись осы. В этом году все говорят, ос очень много. Я залазил под пол. Никитушка, что ты делаешь? Здесь будет очень Там. Там. Нету под, скажем так, этого улья самого. Где они там делают гнездо, я пока не знаю. Да все, хватит, Никита, беги. Да куда? Хуторяне не сдаются. Первый пошел. Мне кажется, ты негуманно поступаешь. Что?
Негуманно поступаешь. А в моем доме поселились шершни. Что с ними делать? Как с ними поступать? Ну что, все вроде бы. Вот интересно, я их оглушил или... Ну, на всякий случай. Слушай, какая универсальная махалка, да? Ну да. Фу, блин, вспотел чуть-чуть даже. Сейчас мы ждем. Мы выбрали поросят, трех свинок. Должен приехать человек их выгрузить. У нас в машине не было места. Да и грузить их в машину не совсем правильно было, потому что пахло бы. Сейчас ждем, выгружаемся. Они у нас будут стоять недельку. Я уже об этом говорил. Поедем на днях, сейчас выходные просто, поедем в ветлечебницу, надо купить витаминов, железа, проколоть их и чуть-чуть, недельку у нас побудет, подрастим чуть-чуть и повезем свинку одну Антохе. Никитка, 35 лет, что делать? Два штуки вылетело. Вот. Слушайте, надо было в большой теннис идти. Куда? Куда-то. Да простите меня, что... А кустик-то тут при чем? Есть. Первая ракетка хутора. Почти как Форест Гамп. Вот таких трех свинок вчера привезли. Антоха попросил черненькую. Повезем ему вот эту вот, которая с левой стороны. Она немножко побольше вот этой черненькой. Тут у них в загоне стоит водичка, стоит комбикорм. Пока они стоят в таком небольшом загончике, я хочу их проколоть железом, хочу проколоть селеном, витаминами, сделать небольшой загон на улице, через который они не смогут убежать. Ну и в принципе, как только загон будет готов, они переедут на улицу. Такие интересные дюсики, очень такие резкие. Обычно домашние свиньи себя так не ведут, белые. А эти прям как говорится, в ступе не словишь. Поэтому надо загончик такой делать капитальненький. Вот как-то так, такие красавчики. Вот такой получился ролик. Я вас попрошу, давайте вместе придумаем имя нашему новому парню. Парень у нас такой солидный. Имя хочется какое-нибудь такое солидное придумать. Я очень рад, что мы помогли Светлане с решением вопроса по поводу дедушки. Сделали очень хорошее дело. Вам спасибо за то, что подписываетесь на канал, за то, что комментируете. Всех вам благ, всего самого хорошего. Всем пока.